В начале вспышки заболеваемости новым вирусом огромная нагрузка легла на плечи детских врачей. Маленькие пациенты легче всего подвергались заражению. Раньше детская поликлиника обслуживала за день порядка 300 человек, а когда начался всплеск, количество вызовов увеличилось до 600. Мазки в лабораториях задерживались, и, соответственно, доктор, ему нужно было мало того, что прийти на этот вызов, на следующий день или там через 2-3 дня, когда приходил этот анализ ПЦР, еще нужно было нести эти анализы. Но сами понимаете, что мы не справимся. Поддержку оказали волонтеры окружной общественной палаты, выполняли любые поручения. По первому нашему же звонку, когда мы обратились, что нам некому развозить лекарства, нам некому набивать анализы для того, чтобы отправлять их в лаборатории. В этот же день, буквально через час, через два, к нам прибыли волонтеры, которые были готовы сделать все, вот все, что, о чем мы их попросим. При положительном анализе ребенку назначаются бесплатные лекарства. Виферон, грипферон, орбидол, нужной дозировки в зависимости от возраста. Дети, которые уже старше 7 лет, у них также есть виферон, только уже дозировка выше, да, и орбидол также в возрастной дозировочке. Мы собираем нашу термосумку и упаковываем наши заявочки и очень ждем наших волонтеров, которые нам очень помогают в развозе наших лекарств. Это очень быстрая помощь нашим маленьким пациентам. Лекарства волонтеры Одинцовской общественной палаты передают из рук в руки. Они рады помочь не только в этом. Откликнуться на любые обращения. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».